Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам продемонстрировать новый материал в старом нанесении в сочетании мармарин с новым материалом фирмы Feidal, сатин. Ну, в процессе сейчас все покажем и вы увидите, что можно сделать. Используем кварц-грунт для начала. Вот фирмы Feidal. Stretch Putz. После высыхания кварц-грунта наносим мармарин. Мармарин мини. Слой равномерный. Будем рисовать классическую марсельку. После того, как мы равномерно разладили материал, рисуем такими движениями восьмерочки, делаем марсельку. Можно больше движения, можно меньше. Главное, чтобы оно было красиво. После высыхания мармарина можно пробовать немножко его подлаживать. После выглаживания у нас появляется плоскость, которая у нас будет блестеть, а то, что так называемые кратера, мы будем заливать интересным новым материалом фирмы Feidal. Так, и после высыхание еще больше, мы приглаживаем, делаем уже глянец на стене, на образце. Уже более плотнее прижимая шпатель. На этом этапе мы практически не влияем на формирование рисунка, то есть он остается такой, как был сделан до этого, но мы делаем больше глянца на вот этих плоских местах, то есть мы уплотняем, делаем более блеск. Потом в конце, на выходе, у нас будет этот глянец на конечном результате. Так, дальше мы берем Satin Decor Vase, это новый продукт фирмы Feidal. И по высохшему отглянцованному мармарину в нанесении марселька наносим небольшими участочками, ну, так, чтобы она забивала нас все. Нанесли немного и снимаем. Материал имеет себе песчинку, потому снимать надо тщательно, чтобы у нас не оставалось на плоскости материала. Разгоняем его полностью в дыры, в кратера. После высыхания глянцуем последний раз. Аккуратно проходим. Вот такой у нас результат получился. Марселька скрыта сатином. Сатин добавляет такого
перламутра в кратерах. Если сюда будет падать освещение, тут есть такие маленькие блесточки. И плюс мармарин, конечно же, классический эффект мрамора полированного. В принципе, в сочетании очень хорошо, особенно если использовать на потолки. В общем, такой результат, смотрите.